Так, всем доброе утро. Утро у нас начинается с завтрака. Муж опять наготовил что-то совершенно неожиданное, не в корейском стиле. Значит, тут, видимо, бекончик, сосиска, салат, какой-то жареный лук и вот такой вот красивый желтенький бутербродик с сыром. Греночка, по всей видимости, в яйце обжарена. И салат. Ну, прям рукодельник. Так, сейчас позавтракаем и собираемся в город поехать, в центр города, посмотреть, что там вообще происходит. Есть ли там какая-то праздничная атмосфера для хорошего настроения. Итак, снова всем привет. Теперь лицом в камеру с вами уже поздороваюсь. Я немножечко так накрасилась, оделась, и мы бежим на автобусную остановку, поедем в город, посмотрим, что там. Вообще не особо что-то планировали покупать, просто хотели погулять для настроения. Муж сказал, что ничего не ждать, типа как в Воронеже, вот такой вот елки, там вот это вот всяких паровозиков, Дедов Морозов и так далее. Вообще не стоит ждать, этого не будет, потому что тут так это все сильно не отмечают, как у нас. Вот этот Новый год и так далее. Сказал, ничего такого не будет, но если захочешь, можем зайти в большой торговый центр, посмотришь там елочку, да и вообще просто хотим погулять, ну, погулять, развеяться в конце концов. Потому что мы, ну да, вот когда мы последний раз были в гостях, а так вот далеко от дома мы, ну не знаю, месяц точно, наверное, не выезжали. Хотя, может, вру, хотя, может, просто я забыла. Мы уже мы привыкли к такому ритму, что мы все время где-то мотаемся в свободное время, гуляем. А в последнее время что-то не густо было в плане прогулок. Так, сегодня тепло, поэтому на мне тонюсенькая кофтеночка. Вот эти штаны, которые я вам показывала. Беременные штаны. Поверх колготок толстых натянула. Туда их еще заправила, чтобы они не спадали. В общем, пойдем. Муж сегодня, значит, пытался мне уложить волосы, но, посмотрите, безуспешно. Разве можно вот эту вот паутину укротить? Кстати, если кто-то не помнит, он у меня парикмахерша по своей первой профессии, основной. Он вот только-только перед коронакризисом закрылся. Вот, так что, ну, вы понимаете, мужик старался, старался, даже пальцы себе пожег. И, ну, какой результат? Себя он, конечно, красиво уложил. Он сегодня вообще какой-то у меня такой весь торжественный, в настроении. Надушился, сделал укладку. Ну просто принц. Наш красавчик сегодня в новом пуховике. Такой важный весь. Опа! Скромняшка. С укладочкой весь. Ну, звезда прям, прям звезда. Сегодня у нас какой-то типа туман, но муж говорит, это не туман, это пыль из Китая. Ну, может быть, все затянуто небушка какой-то пеленой. Смотрите, какая красивая укладочка. All the way, all we're falling in love. To me, it's
мы пришли в самое тусовочное место в нашем городе. Как вы видите, тут всегда вечный праздник. Повод неизвестен, но праздник есть. Это древняя, так сказать, традиционная деревня. Естественно, в своем реконструированном виде. Тут в аренду сдаются наряды. Можете увидеть много людей в традиционных корейских нарядах, в ханбоках. В общем, вечный праздник, народ тусуется, тут весело им всегда, всегда играет музыка. Так, это все очереди за едой. Все хотят покушать на свежем воздухе, попить горяченького и поесть горяченького. Прям по той стороне вообще сплошные очереди, и все за едой. Ну что, все-таки не зря мы гуляли. Смотрите, нашли елочку. Ну, не супер, но такая себе елочка. Судя по кресту наверху, это, в общем, какая-то церковь установила эту елочку. Видимо, чуть позже это будет как-то светиться. Ну, не густо, не густо будет светиться, но уже хорошо. А то мы вышли, и, знаете, никаких вообще признаков праздника. Ну, тут особо и не отмечают. Это, знаете, для молодежи, на любителя. Так, кофе купили, тут расположились на лавочке. Кофе вкусный. Я редко покупаю напитки на прогулке. Что-то жадничаю, да, знаете, и потом эти стаканчики вбрасывать. Зачем оно надо? Но вот сегодня прям захотелось для атмосферы ванильного кофейку попить. Итак, мы уже дома, проголодались, решили ничего не покупать, дом поесть, так экономнее. Смотрите, какой суп сегодня будет. Давно мечтала попробовать этот суп, но что-то как-то не готовили мы его. Не знаю, может, муж его не очень любит, а я никогда не пробовала, поэтому и не готовила. Но много раз видела у других блогеров на YouTube, как они пробуют его где-то там на улице, на рынке и так далее, в местных ресторанчиках. Сама ни разу не пробовала. Вот сегодня впервые. Он, значит, из каких-то рыбных полуфабрикатов изготовлен. Вот. Обычно его оформляют по-другому. Это все нанизывается на такие шпажки. Ну вот в домашних условиях без шпажек. Просто так. Ой, какой красивый супец. Интересно, каков он на вкус. Ну что, мы готовы наряжать елочку. Вот она и елочка пришла. Муж собирал ее на веранде, потому что все-таки, ну, сыпется, наверное, с нее что-то. А может и не сыпется. Ну так, постояла, проветрилась. Все-таки это пластик. Выбирали не зеленую, а такую вот серовато-зеленую, чтобы больше на натуральную была похожа. Арина, что такое, интересно тебе? Коты в шоке. Какой момент? Ой, боже, боже мой. Малыш видит первый раз елочку в своей жизни. Арина уже много раз отмечала Новый год. Она девочка взрослая. Много елок покрушила, поломала. Ну что ж, почти нарядили. Муж никак не успокоится. Он хочет повесить вообще все, что есть в доме. Все повесить хочет на елку. Мало, мало ему. Ну вот такая вот. Вот такая елочка. Ну ничего, так в принципе симпатично. Запутался. Запутался в гирлянде. Мне кажется, красная вообще ни к чему. Зачем эти излишества? Гирляндочка, ой, господи, мишура у нас короткая. Оказалась короткая мишура. Не знаю, докупить ли, либо пусть так остается. Муж все-таки прилепил эту гирлянду из Санта-Клаусов. Ну пусть, главное, чтобы ему нравилось. Главное, чтобы было хорошее настроение у всех. Смотрите, он все сделал. Лежит. Завалился с чувством выполненного долга. Все.
У них, знаете, здесь главный девиз «быстро-быстро», главное, все, вот «быстро-быстро», как там, неважно, главное «быстро». Вот нашей русской душе этого не понять, потому что для нас это как бы, ну как, я не знаю, как это назвать. Это ритуал некий, да, некий ритуал. Мы как-то хотим прочувствовать этот момент, момент, когда мы наряжаем елку там или готовимся к празднику. Ай, быстрее, быстрее, давай, все, быстро, быстро, главное, тяп-ляп и готово. Ну ничего, я завтра немножко поправлю, в принципе, симпатичная елочка. Так, на этом я заканчиваю свое видео. Встретимся в следующих выпусках. Люблю, целую. Пока-пока. Свою комнату я решила украшать в таком экологичном стиле. Вчера уже начала записывать видео и делать поделки. Сегодня продолжу, потому что нам много всего надо сделать. Ну, не так уж и чтобы много, но просто это кропотливый труд. Там, знаете, все, всякие вот эти вот, все клеить, собирать. Это не так быстро. Так, всем хорошего настроения и пока-пока.